Audio Jungle. Человек учится через испытание воли и собственных возможностей. Вряд ли победа даст ему столько опыта и знаний. Чтобы грамотно оценить ситуацию, необходимо знать свой предел, и определить его можно только на практике. Что может испытать человека лучше, дать ему четкие представления о своем потенциале, чем горы? Горы Дагестана, они особенно прекрасны эту весеннюю пору. Они приглашают и манят к себе всех тех, кто любит красоту, всех тех, кто стремится одержать над собой победу. Как заметил мудрец, гора не кажется неприступной, если смотреть с ее вершины. Но чтобы подняться на нее, тем более бежать вверх по серпантину, безусловно, требуется потратить намного больше энергии, чем при равнинном беге. Собственно, в этом и состоит его преимущество. При этом бег в гору не только элемент тренировок, но и отдельно взятая полноценная спортивная дисциплина. Чемпион мира по боксу по версии WBO Султан Ибрагимов считает, что бег в гору – это то, чему боксерам следует уделять особое внимание. Ученики мастера спорта Сухраба Манапова Ахмед Алиев и Раджаб Магомедов, возможно, не слышали мнения своего легендарного земляка о горах, но по установке своего тренера они тоже нередко штурмуют этот прекрасный Хайленд. Вдали от шумного города, на свежем воздухе, они проводят тренировки по боксу. Оба засунулись. В ту сторону переходи. Поменялись местами. Раз. Оп. Оп, засунул. Поменялись. Раз, два. Поменялись. Раз. Оп, кинул. Оп. Четко. Бам. Как будто сбоку. Не оттягивай на себя. Ты на себя оттягиваешь. И не оттягивай это. Саживаешь хорошенько сюда. Оп, садил. И резко перевел. Перевел. Оп, кинул. Кулак заворачивай. Раз. Раз-два. Оп, кинул. Перевел. Ушел. Раз-два. Еще раз. Перевел. Ушел. Раз-два. Хорошо. Двигаемся. Оп. Здесь. Раджаб, там. Там. Двигаемся. Раз-два. Двигайся. Раз-два. Раз. Давай стол. Бам-бам. Раз-два, три. Бам-бам-бам. Не пяться. Зачем пяться? Раз-два, три. Раз. Раз-два. Раз. Раз-два, три. Бам-бам-бам. Раз-два. Бам-бам. Ловись, бам-бам-бам. Оп, пошел. Раз. Раз-два. Пошел. Заворачивай кулак. Оп, пошел. Раз. Раз. Оп, пошел. Раз. Оп. Слушай, заворачивай кулак. Не заворачивай ее. Раз. Оп. Бам-бам-бам. Раз-два. Двигайся. Оп, пошел. Раз. Раз-два. Раз-два, три. Оп. Раз. Раз-два, три. Бам-бам-бам. Оп, пошел. Оп. Заворачивай. Раз. Раз-два, три. Встали. Время. Вот недавно завершился у нас чемпионат России, который прошел в Кемерово. Это был отборный чемпионат мира, где Магомед Алиев Земфира после 2 лет отдыха она вернулась обратно в большой спорт. Вот. И
честно сказать, она всех удивила. Она провела 4 боя, из них финальный бой так-то чуть неудачно сложилось. Ну, конечно, я бы не сказал, что Магомедова проиграла. Но в итоге это результат очень хороший. Она, можно сказать, совершила геройство. После такого большого перерыва выйти вот и провести на уровень чемпионат России. Нигде до этого и не боксировала, и сразу на чемпионат России поехали. Очень серьезный чемпионат России был. Но самое главное, главный тренер сборной команды Шедловский Иван Ефимович дал очень высокую оценку. И он сказал, у меня очень большие надежды на Магомедалиева, говорит. В плане подготовки у нас проходит и в зале, на ринге. В основном, конечно, у нас работа идется и на природе. Вот сейчас вы прекрасно видите ребят. Но я-то хочу их увидеть в следующем году на чемпионат России. Как сама сказала Земфира, у вас, говорит, есть шанс, говорит. У нас сейчас идет процесс вот, работы на лапах. Потом у них процесс пойдет, они будут в парах двигаться. В плане вот это, отрабатываешь технику, скорость, ловкость. Работа на лапах, она развивает, вот, там тренер исправляет все ошибки, и там вставляется скорость. Вот. И они, тренер и ученик, они в таком контакте, вот, и он даже готовит, и психологически готовит у него. Не только там в плане техники, скорости, или, и в плане психологической подготовки. Вот, сам ученик, весь процесс, когда он работает на лапах, весь процесс он это чувствует на себе. Смотри сюда. Кинул. Ты не ждешь. В диск заверни. Хоп-хоп. Не успеешь. Резко. Не жди его удара. Первый тоже удар должен быть. Это не финт. Это удар. Раз-раз. Раз-раз. Резко завернул. Хоп-хоп. Резко завернул. Раз-резко завернул. Хоп-хоп. Резко завернул. Слишком близко не подходи. Слишком близко не подходи. Вот здесь стоишь. Бам-бам. Хоп-хоп. Кулак идет. Кулак. Раз-раз, во! Вот так! Раз-раз! Хорошо! Пусти голову, пусти челюсть, пошли! Раз-раз! На вытяни другие руки, держи его, Ахмед, на вытяни руки! Вот так! Хоп-хоп! Раз-раз скинул! Раз-раз скинул! Вот так! И пошли передней рукой, пятнашки, пошли, 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 пошли! Пошли, пошли! Ахмед, обеим рукам работал Раджаб! Пятнашки. Пошел, 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 пятнашки. Пошли, 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 работаем, работаем. Вот так. Все, смотри сюда. Вот смотри, он кидает правый. Вот ты смещаешься. Отсюда перехватываешь. Раз, два. И пошли, работаем. Раз, раз. Не спеши, не спеши. Раз, два. Хоп, пошел. Хоп, пошел. Раз, раз. Хоп, пошел. Раз, два. Ушел, ушел, подвигался, подвигался, покинул, покинул, подвигался, 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 оп, подвигался, подвигался, раз, два, раз, два, подвигался, раз, два, раз, два, раз, два, руки здесь, руки здесь, руки здесь. Хорошо, ты работаешь обеими руками, в голову, ты по корпусу, вольный бой, пошли, пошли, вольный бой, вот так. Вот так, только по корпусу ножа, вот так, обработай корпус, вот так, обработай, обработай, одиночными ударами, вот так, кидай, кидай, Режим, кидай, 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 держи, держи его, держи, держи, вот так, держи, держи, кидай, ну, вот так, хорошо, 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 кидай, 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 прямее кидай, все время прямее кидай, он попадается на прямее, вот так. Сейчас завершился работа в парах, сейчас у них пойдет школа бокса. И чисто функциональная подготовка. Функциональная подготовка, туда входит всякие отжимания, там, работа на скакалке. Вот здесь, вот то, что мы здесь находимся в горе, вот есть функциональная подготовка. Функциональная подготовка в плане, вот когда я работаю ребятами на лапах, это уже техническая, тактическая подготовка спортсмена. А в основном здесь идет весь процесс, функциональная подготовка, чтобы у ребят не было ни гипоксии, чтобы у них не было там где-то вот... кислородное голодание. Вот для этого все и делается, для этого мы здесь и работаем. На диване встали и пятнашки играют. Пошли. Друг другу пошли. Встали друг другу. Пошли, работаем. Работаем, работаем, пятнашки. Работаем, работаем, работаем. Ну! Пошли, 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 пошли. Вот так. Вот, ловит, ловит, ловит. Не двигайся, стой на месте. Не двигайся, стойте на месте. Ловим, ловим. Вот так.
Пошли работаем лопатками. Хорошо время. Ну что, устали? А? Придется терпеть. В следующем году на чемпионат России мы хотим тебя увидеть на финале. А у тебя будет, в сентябре у тебя будет хороший этот. Ну что, придется вам чуть потерпеть. Поэтому. Так что хорошо. Что-то отдохнет и вот. Вот так вот возьми, вот, повернись друг к другу, так спокойно поставь друг другу плечи, руки. На плечи руки поставьте. Не, вот так обе руками поставьте и вот. Расслабьтесь, спокойно расслабьтесь, расслабьтесь. Хорошо, встали, встали спокойно, повернулись. На, повернулись, возьмите замки и друг другу вот так сделайте. Вот так, отдохните. Расслабься, расслабься, Ахмед, Ахмед, расслабься, расслабься, расслабься. Вот так, повернись, расслабься. Расслабься, расслабься. Хорошо, хорошо, все, время отдохнули. Ну как себя чувствуете? Нормально. Нормально? Весом как у тебя? Вес как у тебя? Вес 70-69. А у тебя как? 75-77. Ну, хорошо. Ну все, давайте тогда. Вот завершился тренировочный процесс, который у нас прошел на горе. Вот, вот эти ребята, у этих ребят есть очень хорошая перспектива. Вот, поэтому я-то хочу увидеть этих ребят в следующем году на чемпионат России в финале. Вот. Мы не зря столько работаем с Раджабом, не зря работаем с Ахмедом. Ну, думаю, ребята прекрасно понимают, что они делают. Вот. И прекрасно они осознанно сделали этот шаг, это очень большой спорт. Вот. И я верю этим ребятам. Вот точно так же, как они верят в меня. Сухраб Манапов разрабатывают для своих учеников оптимальные для их физических параметров нагрузки. Но нельзя спортсменам долго оставаться в одних рамках. Для дальнейшего развития нужны новые проверки и непротаренные вызовы. Начав бегать в гору на расстоянии в 1 километр, его подопечные плавно довели длину маршрута до 3 километров. А затем, по мере возрастания выносливости, они увеличили нагрузки. Ну а занятие боксом, погрузившись в естественное сочетание тепла, света и свежего горного воздуха, это то, о чем мечтают многие российские мастера кожаной перчатки. Пожелаем успехов этим ребятам!